Сегодня глава государства принял участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Оно прошло в формате видеоконференции. В работе саммита наряду с президентом Казахстана приняли участие лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя участвовал президент Туркменистана, премьер-министр Венгрии в качестве руководителя государства-наблюдателя, а также гендиректор Всемирной организации здравоохранения. На повестке были вопросы обеспечения торговых и транзита транспортных связей, а также вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения. Участники обменялись информацией о мерах, принятых на национальном уровне для противодействия коронавирусу. В настоящее время секретариат Совета разрабатывает программу «Тюркское видение 2040». Как вы все знаете, с инициативой о ее принятии выступил первый президент Республики Казахстан Елбасы, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Абишевич Назарбаев на 7-м саммите организации. В ходе подготовки данного стратегического документа мы должны обратить особое внимание на медицину.